14 февраля, 15-й год, 13:00 по Киеву, и природа подарила нам прекрасный солнечный денек. Сейчас звонил Таня. Танюшка, привет. Ты сказала, у вас там минус 13. У нас практически плюсовая погода. Тает снег. И ощущение такое, что уже пришла весна. Передаст ли камера яркость красок. Вот, кстати, редкий случай, мой блиндаж открыт. На проветривание оставил по случаю плюсовых температур. Солнце уже совсем весеннее, прям сейчас печет. На лице чувствуется тепло. Тут следы каких-то зверушек. На одном из выездов недавних видели, я не знаю, стадо кабанов, штук 15, я не знаю, 20, маленьких, правда, несколько крупных. Стрелять по ним не разрешили. Я думаю, что и правильно, потому что в таком количестве вон трасса уже. Эти кабаны могли и беды наделать против наших 5.45.